Возможность отдохнуть и набраться сил, провести время весело и незабываемо. Каждый год в оздоровительный лагерь «Верба» приезжают дети со всей Брестской области. Учреждение расположено вблизи небольшого озера, в экологически чистой зоне, позволяя отдыхающим наслаждаться прекрасным и роскошным видом природы. Великолепный лагерь, прекрасная природа, хорошие дети. Ну, разные дети, но в целом они хорошие. Здесь хорошая атмосфера, ну, потому что как-то вот в основном костяк преподавателей, учителей, воспитателей, он сложился достаточно давно. Вот. И вот эти традиции есть, конечно. Традиции прекрасного общения, общения между собой, с природой. Ну, я не скажу, что это семья, но что-то близкое. История этого учреждения зародилась давно и, самое главное, не заканчивается и сегодня. Лагерь пережил масштабную реконструкцию. Здесь комфортно и уютно. Изюминка у нас в том, что все условия у нас созданы для того, чтобы детям было здесь комфортно. И для проживания, и в столовой у нас очень хорошие условия, питание замечательное. Вот. Для спортивных мероприятий у нас в этом году вот мы построили и спортивную площадку, и клуб у нас существует для общелагерных мероприятий. Но я считаю, что у нас очень хорошие, комфортные условия для детей. Дети, конечно, с удовольствием сюда едут, и заранее они списываются где-то по интернету и стараются посетить этот лагерь именно в ту смену, когда собираются все вот эти друзья, которые уже на протяжении столько лет подружились и ездят сюда не первый год. Отдых здесь пользуется большой популярностью и у детей, и у родителей, что не может не радовать. Основная задача организаторов – сделать его содержательным и интересным. В среднем смену здесь отдыхает порядка 180 детей от 6 до 14 лет, которые приезжают сюда на несколько недель, чтобы забыть о школьных буднях и в полной мере окунуться в теплую атмосферу. В лагере мне очень нравится, очень добрые вожатые, тут весело, много спортивных мероприятий, хорошие дискотеки, жалко только, что плохая погода. Я второй год езжу в лагерь, и мне очень нравится всегда. Я всегда еду с нетерпением, жду, когда поеду уже скорее в лагерь. У нас нет свободного времени, у нас все то олимпиады, то футбол. И никуда нет свободного времени, мы все время в подвижном состоянии. Я здесь 7-й раз, и мне нравится здесь, потому что здесь всегда были очень хорошие воспитательницы, ну, вожатые все, хорошие друзья, они каждый год ездят. Много было с моей школы, с моего двора, и нам здесь очень весело. Благодаря воспитателям у нас очень в лагере так уютно. Воспитатели, они как к нам относятся как не к чужим детям, а как к своим. Они всегда с нами ласковые. Действительно, воспитатели в этом заведении отличают харизма и артистизм, умение быть с ребятами на одной волне и находить подход к самым разным детям. Порядка 30 педагогов, в числе которых инструкторы по физической подготовке, спасатели, культорганизаторы и педагоги дополнительного образования, не спускают глаз с ребятни в буквальном смысле, делают серые будни мальчишек и девчонок яркими и креативными. Работаю не первый год, я знаю, какие могут быть дети, потому что каждый год состав разный все-таки, но очень дружные, максимально дружные, иногда даже удивительно дружные. Но инициатива просто вот бьет ключом. Конечно, мы пытаемся как воспитатели направлять их, давать им совет, давать им идею. Если нравится идея, они скажут, что она нравится, если нет, они не будут молча терпеть, они скажут, что идея не нравится, давайте думать что-то другое. Если у ребенка плохое настроение, ему нужно его поднять, нужно разговорить, чтобы ребенок не закрывался в себе, а отвечал, пытался как-то решить какую-либо проблему. Также, если есть конфликты, мы пытаемся их прирубить на корню, потому что, чтобы в дальнейшем была намного дружнее атмосфера, поэтому у нас все получается. Мне очень нравится. Даже если есть какие-то сложности, мы пытаемся их решать как можно быстрее и
Все вот так вот. Лето – золотая пора, поэтому ребята, отдыхающие в лагере, не теряют зря ни минуты. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, дискотеки и танцы, творческие концерты и задания на смекалку. Сидеть без дела им точно не приходится. Сотрудники оздоровительного лагеря уверены, все воспитанники без исключения за прекрасное время, проведенное в вербе, получат массу ярких впечатлений, которые останутся в их памяти навсегда.